Мест в первых классах хватит всем. Екатеринбургские школы в этом году примут 15 500 новичков. Прием заявлений стартует уже 1 февраля. Ко дню X готовятся и школы, и родители. Все вопросы мамы и папы могут задать по телефону горячей линии. Сегодня на связь лично вышла и новый начальник управления образования Екатерина Сибирцева. Позвонившим родителям она напомнила правила приема в первые классы. Как и раньше, детей принимают в школы по прописке. Документы взрослые могут подать тремя способами. Принести пакет непосредственно в учреждение, направить их через многофункциональные центры или же заполнить форму на едином портале госуслуг. В управлении заверили, нынче сайт, который не раз 1 февраля не справлялся с нагрузкой, сейчас активно готовится к наплыву посетителей. Так что подать документы онлайн смогут все желающие. Действительно, сложности есть, то есть это ведь не бесконечная емкость системы. При определенных параметрах доступа она начинает останавливаться, и в работе есть сложности. Мы стараемся сделать все, чтобы портал работал стабильно, и очень надеемся, что это 1 февраля и произойдет.